молитва должна быть внимательной. А уже когда откликнется сердце, слава Богу. Не откликнется, так? Не откликнется. Знаете, что тогда? Друг познается в беде, а не за праздничным столом. За праздничным столом, ой, какие друзья! Я, Господи, тебе готов, ой, когда у меня сердце горит, готов и плакать, и на коленях, и что угодно. А вот сердце замкнулось. Ну-ка покажи, как ты теперь веришь в Бога и Богу. Веришь ты ему или нет? Будешь ты молиться или нет, когда сердце каменное? Камень. Вот здесь-то я и покажу. Я друг Божий или только в застолье готов тосты произносить? Поэтому не надо смущаться. Не надо смущаться. А надо с вниманием молиться. С вниманием. Хотя бы сердце молчало. И тогда Господь, видя нашу ему верность, поможет нам этот наш камень немножко раздробить и дойти до сердца.